И всем здорово, ребята, и сегодня я вам покажу снова обновление мода на Скибиди. Кто смотрел прошлую серию Скибиди, как вы помните, кого и что я там показывал, я уже не помню, что я показывал. Я показывал там, если же только ТВ-мена, G-мена, где же Игорь G-мен? А, G-мен тут уже обновлен. Я вам это сегодня все покажу. Как вы помните, я в прошлом аддоне показывал, это была версия 13.2 вроде. Типа Скибиди Тойлет 13.2. И мне подписчик говорит, типа, ой, нет, это типа старый аддон еще, там вышли еще новые. Тут у нас появился обновленный Титан Спикермен, обновленный G-Man, Токсич Тойлет. Кого тут еще добавили? Ну, камерамена мы что-то по приколу покажем, уже как-то наша звезда. Так что, вот. Я говорю, давай ты мне в личке скинешь этот мод, он мне скидывает, все прекрасно, и я покажу сегодня этот аддон. Потому что не надо задерживаться, потому что, скорее всего, возможно, выйдет еще одно обновление, но не тот же. Давайте же начнем с самого, так скажем, интересного. Первый это обновленный Титан Спикермен, и это просто капец! Ну, моделька вообще вот прям вот шикарно. Я вот не понимаю, зачем вот эти вот тут, так скажем, плиты железные. Я не знаю, для чего они тут. И, ну это, наверное, для, чтобы паразита не достали, скорее всего. А, это зачем? А это, наверное, вот эта вот фигня, которая новая способность у спикера. Кто знает, тот молодец. Он взлетает, у него появилась новая пушка, типа, подожди, у него вот... Короче, две пушки. Пушки стали, видно, мощнее, стали, видно, круче, просто капец. Короче, жесткий у нас парень стал. Вот эти вот электричества прикольно прям смотрятся. Короче, это самый, наверное, на из лучших аддонов просто. Следующий это у нас еще G-Man, обновленный, и это просто капец. Вы посмотрите на анимацию, когда он поет. Вы видите, рот вот так, что это вообще... У него появилось раз, два, три... 4, 5, 6 лазеров, 6 лазеров. Добавилось у него очки и добавились к нему наушнички, чтобы спасаться от спикера. Типа у него же появились вот эти колонки, что-то там делать, я уже не помню, как это говорится уже. И это просто шикарно, типа он его логично не трогает, типа он же под его контролем, так скажем. И это просто какая-то банда какая-то просто. Ну, короче, классно выглядит, это, конечно, капец. И давайте сравним, вот смотрите, Титан Спикермен, первая версия, и вторая. Они по нему атакуют! Типа, это же, по сути, твоя, это ты, по сути, это просто старая модель. Он же не зараженный здесь, ё-моё. Ну, все, тут сейчас этому придет капец. Потому что он, во-первых, один, во-первых, у него только одна пушка, а этого два, у этого 6 лазеров. Пока. Пам, просто. Они на него накинут, как собаки какие-то. Давайте сейчас убьем. Чтобы если что не лагало, потому что если будет лагать, это будет жестко. Если не ошибаюсь, то это пока что последнее обновление этого мода. Я, по крайней мере, надеюсь, что я уже устал показывать. Вот, сравните вот этого. Вот старый спикермен, достаточно прикольненько выглядит. Такой незараженный. Просто сравните его. У него одна пушка. И сравните вот этого. Это просто когда они вот реально отличаются. Они прям видно этот мощнее. Давайте даже посмотрим, кто сильнее. А, ну по шкале видно, что Титан Спикермен, ну, не обновленный. Видно, что он проиграет сейчас. Контролил Титан, ну, в смысле, зараженный Титан, обновленный Спикермен, как сказать. Короче, обновленная версия Спикермена побеждает. Все, жопа, просто жопа. Эти анимация не просто. Ладно, давайте перейдем к Токсич Тойл. Этого покажу я в конце. Токсич Тойл. Он появился в 55-й серии, и это просто моделька. Блин, мне нравится. Как кто создавал этот аддон, я уже не помню. Ну, короче, создатель аддона, тебе просто респект. Я не понимаю, как ты такое создаешь. Видите, как у него голова трясется, вся это ужас, конечно. У меня есть предположение, если будет обновление, что там добавят. Там, возможно, добавят пушки, ну, в смысле, камераменов, ученых, вот эти с энергетическими пушками. И машины эти энергетические. И добавит еще огромную, которая появилась у нас 54-й вроде. Или какой серии? 54 по 54 где-то там добавилась у нас пушка вот эта вот. Огромная пушка вот такая вот. Чтобы вылечить у нас спикера. Но как вы помните, уничтожил эту пушку вот этот чел.
Короче, Рус... Кстати, знаете, что я сейчас проверю? Короче, мы сейчас берем камерамена и посмотрим, может ли он выпускать яд. Типа, он же яд там выпускает. Ну, собака я. Все. Так, берем его, токсичтонит. И спавненный, давайте. Опа-па-па. Опа-па-па. Что? Он ядом фигачит, смотрите, он ядом фигачит. Он их типа отравил, смотрите. Он в них пуляет ядом. Он убил их. Эти идут, давайте, подкрепление. Кто тут? Спикермен большой, давай, помогай. Ребят, за кого вы? Давайте, короче, взглянем на них, наверное, в конце серии. Хотя, что это, смотри, сейчас логично проиграет камермен. Логично. Давайте им подкрепление, жесткое подкрепление, давай. Давай, сколько он его уничтожит? Давай. Да, стреляй по нему. Только не стреляй по своим, хотя... Ой, короче. Они начали сражаться. Смотрите, заразили нашего. Ну, короче, логично, что вот этот мощнее обычных камерамена. Вот, если что, боже, какие маленькие. В принципе, модельки никак не изменились. Он, как всегда, будто в юбке какой-то. Я не понимаю, почему он в юбке. Ну, будто в юбке, я не понимаю, почему. Давайте посмотрим, ТВ-мен тут у нас, Синема-мен, ну, в смысле, ТВ-мен шикарно просто выглядит. Интересно, как он станет, когда его обновят? Мне так кажется, у него добавятся вот тут дополнительные телевизоры, большие телевизоры. Логично останется под защитой у нас это ядро. Возможно, добавят две пушки к нему, добавят, возможно, молот. У него станет мощнее излучение, возможно. Короче, что-то, я думаю, где-то так будет. Килл, собака. Да ядрить, колотить, как меня это бесит. Все. Давайте вот так вот покажем нашего камерамена. Ну, камерамен, как всегда, прекрасный. Говоря, он будто тоже в юбке, я не понимаю, почему. Ну, хотя, это же его плащ, я не знаю, что. Короче, ну, как всегда, он шикарен. И знаете, что я решаю повторить? Ну, в смысле, повторить, а проверить, кто сильнее. Типа, в сериале же у нас победил же контроллер Титан Спикермен. Ой, какой камерамен победил. Вы чё, совсем что ли? Вот. Берем, спавним нашего. И сейчас мы будем проверить, кто сильнее. Давайте. Раз, два, три. Бойня. Давай. Смотрите, он начинает пулять. Он, видно, набирает силу. А, камерамену пофиг. Смотрите, он взлетает. Давай, фигач. Бом, просто, давайте, кто защита, смотрите, он его притянул, походу. Он сейчас как, давай, кто побеждает? Нет, Спикермен там проиграет, он, посмотри, как у него дамаг. У него он из пушек стреляет, смотрите, он из пушек стреляет. Жопа, подкрепление сзади. Крыса, давай. Ты же у нас крыша этот, G-Man, я не знаю. Не понял, давай спамся. Давай. Посмотрите, как он перевернулся, господи. Нет, Титан-камерамен, нет. Нет, Синема-мен. Помогай, давай. Пом. Все, просто вилами зафигачу. Давайте посмотрим, кто сильнее, контроллер... Ну, короче, вот. Кто сильнее? Типа, он же сейчас обновление стал. Я так кажется, сейчас его просто шипами зафигачу, да и все. Он никак не реагирует на него. Ты че, больной? Тебя атакует этот спикер. Больной? Тимон Титан стал больным. Да ты понял, он плохой. А, вон, наконец-то увидел его. Что он делает? Нет, сейчас Титану Тимона, походу, придет конец. Что ты делаешь, больной? Но! В крысу его зафигачил. Просто я не... Он не бил его и убил. Вот такие вот красавцы они. Не, логично, Титан камерамен мощнее, кстати говоря, самый большой Титан у ТВ-мен. Сравнить, он самый большой. Ну, короче, прикольно. Мне так кажется, если бы ТВ-мен сражался, типа, с обновленным спикером и с G-Man'ом обновленным, то спикер бы проиграл. Ой, тьфу, ТВ-мен путаю все время. Кстати говоря, мне ТВ-мен тут не нравится. Ну, просто, ну, тут уродливо, он мне не нравится. Пожалуйста, разраб, обнови модельку ТВ-мена, вот, обычного. Сами модельки вот прекрасны. Вот, сейчас покажу. Типа, вот у нас ТВ... Кстати говоря, я показывал... А, камера Вуман, да, я показывал. Вот она. Или не показывал? Ну, если не показывал, то вот, смотрите на ее шикарную модельку. Вот, типа, сами тут модельки вот эти, они шикарны просто. Посмотрите на нее. А у этого просто, блин, инвалид какой-то. Ну, короче, вот так вот.
Ну, в этом ролике я вам показал обновленного спикера. Типа, показал Toxic Toilet, показал обновленного G-Man'а. И все, да, вроде, да, у нас. А, нет, тут еще одного, да, тут вроде скинница добавили нового. Если, конечно, я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим на него. Сейчас. Или. А, нет, он вроде старый, я его вроде показывал. Но если нет, то вот. Вот, он шикарно, шикарно. Он появился у нас в 49-й серии. Может, где-то и в других сериях появлялся, но я не помню, где именно. Так что вот. Паразит. Вирус я проверял. Он не заражает. Это грустно. Ладно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, еще раз подписывайтесь. Ссылка на мой телеграм в описании. Я там выложу этот аддончик. Он суперский. Говорите спасибо подписчику, что скинул мне этот аддон, и я его показал. Не обязательно в мой переходить, можно и в других, хотя в других вроде как не скидывали этот аддон. Ну ладно, но лучше переходить в мой. Там, во-первых, вся информация, я выкладываю в мой. Так что всем удачи, всем пока.